как всегда, аптека. Без аптеки жить не может. Ну, низкие цены, я бы не сказала. Брюс. Вот что такое? Череда трава. Интересно, она рассыпчатая. Измельченная. Ладно. Дальше. Сантум Верде Форте. Ну, более такой концентрированный, скажем так. Маленький, чем другой большой. Горлышко. Мухорычек, мухорычек. Так, что тут? Перекись водорода. Лицо протирать. Присыпка детская с экстрактом череды. Легкая-легкая такая. Чё ты балуешься? Что с тобой? Сковородом взять. Маленькая. Ещё думала там крем взять. А что тут в пакете? Какой-то странный. Какие-то пятна тут. Так, ладно. Далее соль Даван, хвойный концентрат с маслом пихты. Вот. Как хочешь. Сейчас. Сметана. Это сметана? О, мы даже такую сметану не берем, просто квашеную. Хорошая сметана. Макароны. А что это, по-моему, это суп? Это ж суп вроде. А что оно? Так, творог. Творог это мне. Гуманитарная помощь. Это родители передали. А это что такое? А что это? А что это? Банки. Мед, что ли? Мандаришки. Яблочки. Так, здесь что-то не могу открыть. Открой, пожалуйста, вот это. Это мясо. Ну, тут уже соус какой-то. Вот это можно поесть. Это лимон. Это мандарин. Апельсин. Вот это я не поняла, что. Ну, апельсин, да. Мёд? Это... А, это творог. Творог. Как творог? Или творог. Ну, может, а, или сливки, не знаю. Чтобы уже понять, а то людям тоже становится интересно. А то что, что? И не сказали, что. А, кефир, фу ты, я вспомнил. Это этот, фу, не кефир, а этот йогурт. Йогурт, который делаю сами, домашний йогурт. Все ясно. Переходим сюда. Что-то у тебя тут суп открытый. Бутерброды. Какие-то. Так, короче, это с Магнита Даниссимо. Покупки, короче. Даниссимо. Такой, такой. 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 Не знаю, может, все где-то это с аптеки. Это в роддом трусы, не знаю. Размер М. 100 сантиметров влезу, я не влезу. Одноразовые трусы, короче. Одни взяла. Так, это сиска в тесте. Я ж думала. Так, еще одно Даниссимо. Потом семечки. Это мы... Тоже в роддом. Какая-то колбаса, я не знаю даже название. В общем, название не вижу. В общем, вареная колбаса. Безымянная. На салат. Майонез, майонез, еще даже майонез и кетчуп. Колбаса дым-дымыч особая, не знаю, в общем. Не особо, не помню, мы ее брали. Нет, дратоверин, нож по. Свечи с красавкой. Мне хорошо, хоть они 50 рублей стоят, а не 150. Хлеб. Так, это у нас виноград был. Мажитель. Сок.
Болгарский перец красный мой любимый. Вот еще два майонеза. Что это, кефир, который я забываю постоянно пить, но сама вроде люблю. Картошка сварить, тоже ее на варку. Давайте так. Здесь, короче... Это все это занесло. Как она называется? Как она, капуста соленая с клюквой. По-моему, она мне тогда понравилась, да? Не помню? Мы ели, вспомню. Огурцы. Салатчики? Маринованные. Ну да, яйца. Это нечего. А вкусненькое захочется. Потом колбаса зернистая. Ну просто вот это по акции была. Ну такая акция 180 рублей. Зелень. Все, да? Да. Больше ничего нету? Ах ты, и денег, и 2000 нету. Хлеб. Без хлеба не можем жить. Молоко. Это на латте. Сметана. В рот. 3 бутылки воды обычной питьевой. Одну надо взять в роддом. Правда, не знаю, когда я туда попаду. Так. Значит, колбаса. Колбаса браун. Первый раз такую берем. В общем, царицына. Значит, она у нас вышла за 372 рубля. Еще вкуснее. В общем, попробуем, что это за колбаса. Сырокопченая. В общем, вот, смотрела. Хочу чай попить. Очень. Туалетная бумага. Мне очень нравится эта фирма Папе или что Делюкс. В общем, это парфюмированная, 4 слоя. Тоже 2 штуки надо взять в роддом. Что подсматриваешь? Я же все вижу. Она пахнет такая сейчас. Прям этот, мылом, в общем, ну, парфюмом. Просто в природах выделения будут большие, ну, чтобы были слои побольше, чтобы подтираться было удобно. Дальше. Йогурт. Сейчас съем, на завтрак завтра съем. Или тоже с собой возьму в роддом, если положит. Просто поколежать. Без стимуляции. Чудо-йогурт. Короче, я не хочу творожки, мне хочется что-то пить. Я вот набрала молочные, ну как, питьевые йогурты. Но раньше, получается, беременностью ела творожки, а теперь хочется пить под конец. Вот. Это у нас вершины. И в вершине обошлось 721 рубль. Это я пожарила курицу. Мужу. Дальше. Аптека. Вот эта аптека, это малышу. Остаточки. То, что мы не купили, до конца тянули. Так, сейчас в аптеке. Я взяла вот такие от фирмы Луби или Лоби. Ножницы с чехлом. Говорят, что не надо. Как не надо? Сразу ногти стричь. Но мы, как сказать... Через месяц в любом случае. Короче, понадобится. Малокс, антацидное средство. Блин, лимонный вкус. Без сахара. У меня изжога. В общем, у нас изжога мучает. Далее. Также беру народы СНУП. Ксилометазолин с морской водой. Да, вот морская вода. Написано. Это с собой в роддом. Ну, также потом домой принесу. Далее. Чехол фирма Мир Детства, футляр для пустышки обязательно, потому что, ну, в ней буду хранить соску, чтобы она не падала лишний раз. А где соска? Соску я взяла, крутила, вертела, в общем, от Авента не было, но внук фирма тоже хорошая, не раз наслышана. Вот с такой я взяла. Ортодонтическая соска-пустышка. Пока будем пробовать ее. От 0 до 6 месяцев. Вот с таким рисунком. С висючкой, чтобы
Единственное, что я не взяла, это на вещи вешать, цеплять. Это да, это я не взяла. Ну, посмотрим, если завтра не положат, то спущусь и куплю. Бутылочка, которую возьму в роддом, тоже взяла от Нук. Пластик. Вообще от Нука все стеклянное. Там стояло стеклянные бутылочки. Я подумала, что надо взять пластиковую, потому что все упадет. Потом добро на ветер. Так. Нук Нов Классик. Бутылочка из полипропилена, 150 мл, с силиконовой соской. Размер 1, от 0 до 6 месяцев и так далее. В общем, она стоит у нас 420 рублей. Вот такая вот соска. Все. Теперь не знаю, как это, как сказать, кипятить, в общем. В общем, в аптеке у нас обошлась почти 1500 рублей. Экономим как можем, но такие вот цены. Сижу, чай пью. Лимон сюда забыла нарезать. Два хлеба попросили мужа купить. Это потому что мне на хлеб сгущенку мажу. Вот. Что я? Такой рулет. Сейчас, да, мы покупаем, я показываю. Он такой добротный. Ну, вот этот первый раз мы взяли. Малинка называется. Такой не пробовали. Я хотела с вами... У меня сегодня 40 недель. То есть вчера было 40 недель, сегодня 40 недель, один день уже. И вот рассказать, зачем купила. Вот эти. Дротаверин, ножку я вообще не люблю. Потому что она категорически мне месячно никогда не обезболивала. Вот. Это я купила, потому что у меня шейка матки совсем не... не подготовлено. 3 сантиметра по УЗИ. Вот УЗИ делали в пятницу. Значит, не вторник, в пятницу делала УЗИ. Совсем не подготовлено. Сказали, как будто середина беременности, как будто 20-25 недель. Вот так. Оказывается, нам надо было принимать недели с 38 вот этот. А врач-гинеколог мне ничего не сказал. Ну, с женской консультацией. Теперь вот я с опозданием. Ну, якобы дротаверин, он этот, когда смягчает матку, да, шейку матки. Горькая таблетка, терпеть не могу. Свечи в попу. Красавки экстракт я взяла. Значит, можно было взять свечи с пуповерином, либо свечи с бускопаном. Ну, лучше бы я с бускопаном взяла, но я про бускопан попозже узнала. И вот взяла с экстрактом красавки. Тоже, видите, спазмолитическая. И тоже для смягчения шейки, потому что все мы знаем, что будет мучить роддом, стимулировать. И так сегодня всю, весь 9 месяц я хочу спать, сейчас сижу вся опухшая опять. Жесть просто. Вот такие вот дела. Вот для этих дел я купила. Всякие народные свечи есть. Лист малины в аптеке найти не могу. Лист малины в аптеке найти не могу, не продается у нас. Летом не собрала, теперь сама виновата. Потом думаю, пить ли не пить шалфей. Но шалфей прям может вызвать схватки, то есть роды. Поэтому я его пока... Момент, моя эта задача шейку смягчить, а не роды вызвать. Потому что одно дело начнутся схватки, роды, а шейка не будет просто раскрываться, она будет дубовая. Так мне прям говорят, у тебя вот такая закрытая дубовая. Готовы еще 9 месяцев носить, да, то есть ничего вообще, ноль. Потом мне про душицу. Душица или чабрец тоже посоветовали. Что вылез? Вот. Буду чай пить. Пить, конечно, много нельзя. Восемь часов могу поспать, да, но и 8 часов я не сплю полностью, я бегаю в туалет, вот, и в туалет, и, ну, то есть просыпаюсь каждый час, каждые полтора часа все равно, и, ну, а так 8 часов я просплю, ну, с просыпанием, ну, все равно это что-то дает, я просыпаюсь, вроде ничего, такая нормальная, час проходит, вот позавтракала, час проходит, и я опять хочу спать. Ну, такая вот фигня. Этикетка.
ценник. Значит, мужу решила подарить вот такие наушники. Надеюсь, они будут хоть нормально работать. Вот. Потому что у него уже черти как, весь заклеен, переклеен. Характеристики, чувствительность. Он, наверное, не сфокусируется. Ладно. Никто и не сомневался, что не сфокусируется. И взяла такую пену для бритья, успокаивающая. Вот. На чувствительной коже. Вот. Что-то, что у меня с камерой вообще? Да, такие, конечно, подарки. Просто у него заканчивается. И приходится покупать. Сюда положу пакет вот этот. Вот. Он не засняла. С меня такой видеоблогер, блин, как балерина, блин. Моя балерина. Правильно ты. Уснул. Это подарил дяде Вове. Не знаю, это в общем, короче, на обед был плов, что ты сам ешь такой. Так. Конфетки ассорти Ротфром. Какой-то Ротфром. Мишка косолапый. Красный октябрь. Куда без него? Тростовейшки. Это коньяк? Думаю. Это виски. А, виски, да. Деревянная, офигеть, сколько ж. Ну, это до следующего дня рождения твоего друга. Ну, ты же держишь, держишь, а потом выносишь. Да? А, ну ты же можешь этот на рождение открыть. Да, можно. Так, они пьют у вас? Ну, пьют, наверное. Кто, наверное? 6-летний, нифига себе, виски. Наверное, это круто. Понятия не имею, я такой не пью. Это наш местный проскорейский. 8 890 тысяч. В общем, ладно. Так, покупки. Мужу надо было купить штаны. На работу даже ходить не в чем. У него такая проблема, он здесь протирается все. Вот здесь. Вообще он очень изнашивает, ему хватает только на полгода. Такие лежат тоже уже, покупали недавно. На полгода ему только хватает. Люблю, когда здесь такие потертости. Проблема в том, что ну, я так устала в магазине, дышать нечем. Да, в положении-то. Вот. Мало практически на замке было, вот на пуговицах, так что он будет долбаться. Теперь, конечно, он это не очень любит. Ну, как есть, так есть. Вот, я себе купила 2 платья. Трусы, как же без них-то? С губками. 1 платье. Так, вот это, сейчас я его разверну. Конечно, я должна вам показать аутфит, но мне как-то тяжело, мне, в общем, желанием нет. Потом я это все, мне можно поставить ВКонтакте, там, фотки, если будут. Здесь, либо я потом как-нибудь соберусь. Я сейчас просто еле-еле душа в теле. В общем, ни во что не влазила, вот выбрала такое. Карманок здесь, карманов нет, это обманка. Это вот, это просто я в это влезла платьем. Поэтому его взяла, сзади молния. И, ну, возможно, я одену на выписку. Это 50 размер, ну, как там написано. Ну, живот, правда, потом уйдет. Как и потом, куда я его, не знаю. Короче, вот одно такое.
платье. Может, ну, ходить вообще буду в нем. На выписку и ходить буду. Она же по виду видно такое, по последнему. А другое вот такое черное. Я на него смотрела. И все-таки взяла. Такое симпатичное черное платье. По длине хорошее. Тянется. Маден Турция. Вот здесь вот такой вот принт. Что вот так вот. Красивый принт. Вот здесь, видите, расклешение идет. И, соответственно, мне хорошо руки влезли. И платье красивое. Как ни крути. Вот. Так что. С животом, конечно, оно очень красиво смотрится. Здесь карманы, кстати, есть. И как бы из-за живота они немножко как бы вылазят. Но вот если бы кармана даже не было, то очень красиво смотрится. Ну, черный цвет, на беременной он как бы тоже хорошо смотрится. Плохо, конечно, что я его на себе не показываю. Ну, ничего. Потом как-нибудь аутфит сниму, в общем.